Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о том, как защитить себя от вирусов, от гриппа и от простуды, и как и чем укрепить свой иммунитет. И я вам расскажу о продукте, который я пью сама и который пьет моя семья. Вот, знакомьтесь, это новамин, это антиоксидантный комплекс. И сначала я вам покажу, что находится в этой баночке. А потом вам расскажу свою небольшую историю, как я его начала пить и какой результат я от него получаю. Дальше мы с вами посмотрим его состав, разберем. И я вам перечислю те заболевания, при которых новамин также очень хорошо помогает. Ну, конечно, в комплексном лечении. Итак, значит, новамин. Вот выглядит он таким образом. Это вот такие вот капсулки сине-белого цвета. Капсула натуральная. И внутри этой капсулки находится порошок. Он кисленький. А здесь три витамина сбалансированных А, С и Е. Это антиоксидантный комплекс, который защищает организм от многих различных неблагоприятных факторов. И этот комплекс, он широкого спектра действия. Чем он помогает мне? Вот я немножечко совсем коротенько расскажу о себе и какой результат я от него получаю. Ну, вы знаете, я очень долгое время работала в метрополитене. А что такое работа в метро? Это грязь, это электромагнитные поля, это радиация, это различные излучения, это сквозняки, это вирусы. Ну, в общем, весь спектр тех неблагоприятных факторов, которые действуют на наш организм. Ну и, соответственно, люди, которые работают в метро, они подвержены всяким различным вредным воздействиям. Вот. И вот новамин в этом плане очень хорошо работает. Это первое. Второе. Защита от вирусов и от простуды. Вы знаете, были такие моменты, когда нужно было выходить на работу, но ты находишься в таком состоянии, когда уже можно идти на больничном, а надо идти на работу. И вот выпиваешь 10 капсул, а если, ну вот, скажем так, конкретный пример, нужно выходить в ночь. Что такое работа в ночь? Если учитывать, что в мои обязанности входило обслуживание техники, которая находится на вестибюле, это ремонт, чистка, помывка. Это непрерывный физический труд. Ну, представляете себе, когда у вас такое состояние, можно сказать, очень болезненное, уже болезненное состояние, тебе нужно идти на работу, и ты понимаешь, что 8 часов непрерывного физического труда тебя ждет, и не пойти на работу нельзя. Вот. Вот в этом случае я тогда выпила 10 капсул. Первый раз я выпила 10 капсул новамина. И я отработала эту смену. Я ее благополучно отработала. Я выполнила всю свою работу. Вернулась домой. Выпила еще 5 капсул. Вечером выпила еще 5 капсул. В общем, в течение 3 дней я пила по 10 капсул. Потом перешла на дозировку в 4 капсулы. И, вы знаете, я не ушла на больничный. Я благополучно пережила вот этот вот болезненный момент. Вот. У меня ни осложнений никаких не было. То есть все было просто замечательно. И я благополучно выздоровела и продолжала дальше работать. Как я его начинала пить? В
очень-очень интересный такой момент. Больничный. Ну, тогда я еще его, скажем, ни разу не пробовала. Я пошла на больничный. Ну, что-то по типу бронхита, кашель, сопли, температура. Выписывают антибиотики, пропила. Вроде как бы, ну, вы знаете, как у нас выписывают на работу. Ты там потом уже попутно долечиваешься. Вот и я точно так же выписалась на работу, вышла на работу, поработала. Через недельку опять на больничную ушла, потому что оно просто вот свалило. Еще раз антибиотики пропила. А потом я пошла в отпуск. И думаю, ну уж в отпуске я точно выздоровлю. Ну и в отпуске у меня выздороветь особо не получилось. До тех пор, пока вот мне не привезли вот эту баночку и сказали: Таня, попей наконец новамин. Не хватает у твоего организма сил справиться вот с этой заразой. Ну, это реально не хватало сил. Я говорю, страшно. Вот, мне говорит, пей. Я говорю, страшно. Я говорю, ладно. И я начала его пить. Но я его начала пить не сразу по 10 штук, как сейчас, а я его пила по 3 штучки. 3 штучки выпила, через 2 часа еще 3 штучки, еще через 2 часа еще 3 штучки. И какой я эффект наблюдала? У меня вот начало тут все бурлить, и начала отходить мокрота. И причем, вы знаете, в таком количестве я даже испугалась, думала, все, захлебнусь собственной мокротой. Ну, конечно, такой интенсивный отход, ну как, я даже не знаю, как это правильно выразиться, когда очень много мокрот и очень быстро все это начинает отходить. Вот такой вот много и быстро. Оно, конечно, продолжалось недолго. Это где-то было в течение суток. Оно вот все отходило, а потом все пришло более-менее в норму. И оно стало все тише, тише. Но отходило из самых таких уголков, от которых я даже и не ждала. Стало отхаркиваться, отсмаркиваться. Вот оно уходило прямо из всех вот этих вот пазух, прям вот чувствовала, что оно выходит отовсюду. Вот это вот все стало отсмаркиваться. Я думаю, елки-палки, это действительно на самом деле оно работает на уровне антибиотиков. А по идее, это от антибиотиков такое бывает. Вот, и действительно, у организма не хватало вот этого вот совсем чуть-чуть силы, чтобы справиться вот с тем вирусом, с той заразой, которая во мне поселилась, и с которой я никак не могла вот справиться и выздороветь никак. И вот новамин, он дал моему иммунитету вот такой хороший толчок. И, знаете, я выздоровела. И вот с этого момента я стала его пить. Я больше скажу, как только у меня ребенок уходил на сессию. Что такое сессия? Это один большой сплошной стресс для человека. Вот, и как только сессия, так у нас обязательно болячки. Вот, и вот она у меня сессию сдавала на вот вместе вот с этим вот, с этим комплексом. Вот она его пила, и, скажем так, более-менее все гладко проходило. Ну, естественно, потом после сессии еще, чтобы свой иммунитет, скажем так, укрепить. Вот, вот такая вот история. Ну, еще хочу немножечко сказать. Пока я лечила свою простуду, у меня попутно коленочки мои выздоровели, которые побаливали. Вот, и женская болячка ушла. То есть я, знаете, я не обследовала специально, нет, но я знала, подозревала, что уже какая-то зараза во мне поселилась. Вот. И когда я уже пришла на медкомиссию, уже все было хорошо, все было замечательно, врач ничего не нашла. Хотя там и УЗИ делала, все делала. Вот. Вот такой результат дает нам новамин. Так, теперь, вот почему он дает такой результат?
кто-то скажет, ну, я сейчас вот куплю отдельно три этих витамина А, С, Е и пропью, и будет вот прям такой, вот такой результат, прям вот обалденный. Нет, это специальный сбалансированный антиоксидантный комплекс. Здесь вот эти витаминки, они подобраны в специальных дозировках. Поэтому другие витаминки из аптеки так работать не будут. Вот так, как работает вот этот комплекс. Поэтому самодеятельностью, я думаю, заниматься не стоит. Теперь давайте посмотрим, что у нас написано в интернете. У меня сейчас открыт ноутбук, и я вам прочитаю. Комплекс Новамин создан для проведения экспресс-курса поддержки иммунитета в период эпидемии гриппа и простуды. 9-дневный курс по 5 капсул каждый день поможет вам противостоять вирусным бактериальным заболеваниям благодаря активным компонентам, входящим в состав. Но здесь вот написано по 5 капсул. Но знаете, когда вот этот вот критический момент, когда у вас вот вы стоите уже на пороге заболевания или вы уже заболели, 3 дня по 10 штучек, 3. Дальше можно по 5, либо по 4. Я пью по 4. Вот на данный момент я в свою программу, я все время составляю сама себе программки в зависимости от своего самочувствия, я для профилактики добавляю 2 капсулы новамина. Вот. То есть я сейчас вот пью хронолонг, селен, кальций, магний и добавляю к этому комплексу, еще омегу-3 спортивную и 3 мегавитал, омега и ликопин. То есть это вот просто обязательные продукты, которые я каждый день пью, омега-3 она нужна всегда. Вот. И я вот к этому комплексу добавляю еще 2 капсулы новамина для профилактики, чтобы защитить свой иммунитет от вирусов. Понимаете, вот оно вот сейчас вот в наше данное непростое время, оно прям вот в самый раз. Почему 2 капсулы? Почему? Потому что витамины с кальцием, они уже содержат витамин С, хронолонг, селен, то есть там уже витаминки какие-то есть. И поэтому я добавляю всего 2 капсулы. Вот. Дальше. Давайте посмотрим, из чего же это сделано. Значит, сюда входит витамин А, ретинолацетат, не дает инфекции проникать в организм, защищая кожу и слизистые, которые являются защитными фильтрами организма, поддерживают иммунитет, иммунную систему. Витамин Е, токоферола, ацетат, поддерживает иммунитет, тем самым защищает от простуды и гриппа, активно принимает участие в питании клеток и укреплении стенок сосудов, а также поддерживает уровень антиоксидантов во всем организме, что предотвращает старение. Витамин С способен связывать свободные радикалы, которые образуются в процессе жизнедеятельности вирусов в организме, повышает неспецифическую защиту от инфекций. Вот, вот такой вот у нас состав. Так, и теперь я вам немножечко еще прочитаю, чтобы вы знали, что новамин, он работает и с другими болезнями. Там, это антиоксидантный комплекс широкого спектра действия. Вы знаете, вот есть такой вот справочник для врача. Я его специально для себя купила, чтобы изучать продукты сибирского здоровья, чтобы понимать, как они работают. Потому что я вот, например, я и моя семья, мы много чего пьем. Вот, и прежде чем для себя что-то выбрать, конечно, подробно знакомишься с этим продуктом. Тем более, что раньше я его купила, этот справочник, давно, когда еще в интернете, ну, скажем так, в интернете особо сибирского и не было.
Вот, а информация нужна была, и поэтому я эту продукцию изучала по книжкам, вот по таким справочникам. И вот смотрите, что я сейчас хочу вам прочитать. Свободно-радикальное окисление является универсальным механизмом развития, инициатором практически всех соматических заболеваний, а также сопровождает течение инфекционных заболеваний. Поэтому применение эффективного антиоксиданта новамина показано для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. Ну, это первое. Так. Профилактика повреждающего действия ионизирующей радиации на организм людей, проживающих или работающих в зоне ее повышенного уровня. Так, профилактика хронических заболеваний у людей, работающих во вредных условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Ну вот я как раз о том и говорила, что я работала долгое время в метро, и там очень легко получить какой-то спектр заболеваний. Снижение риска развития хронических заболеваний внутренних органов. В качестве иммуномодулирующего средства при сезонной профилактике респираторно-вирусных заболеваний, в качестве вспомогательного компонента питания при лечении диффузных мастопатий, дисплазий желудка и шейки матки. Вот, вот такую информацию я для вас, скажем так, выдала из справочника. Я считаю, что вы должны об этом знать. И сейчас я вам прочитаю. Вы знаете, я не врач. Я вам сразу могу сказать, что я не врач. Я простой пользователь. Вот. И что... Но мне очень хочется... чтобы вы знали, что есть такой продукт, который помогает в комплексном лечении справиться, ну, со всякими разными сложными заболеваниями, кроме простуды, всяких там вирусов, инфекций и гриппа. Вот послушайте. Диффузная мастопатия, туберкулез, патологии щитовидной железы, в том числе аденома, фибромы, миомы. Да, вот, кстати, по поводу щитовидной железы. Я с детьми ездила отдыхать на юг, и прежде чем туда поехать, мне хотелось проверить свою щитовидку. Вот, ну, чтобы, знаете, так, на всякий случай. И у меня обнаружили такой маленький там узелочек. Потом, когда я проверялась повторно, вот этого узелочка уже, можно сказать, практически не было. Вот, то есть оно каким-то образом вот рассосалось. Вот, я просто вам говорю о том, что новамин, он реально работает. Хотя специально я ничего такого не пила. То есть я специально не лечила ее. Так, фибромы, миомы. Ну вот опять же, вот по женской части... Что-то из этого было, что я не знаю, но оно, слава тебе, Господи, исчезло. Простатит аденома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболевании сердечно-сосудистой системы, как вспомогательное средство лечения дисплазии слизистой оболочки желудка и шейки матки, для предоперационной подготовки с целью профилактики тромбоза, а в неврологической и психиатрической практике повышает эффективность лечения эпилепсии и шизофрении за счет восстановления выработки энергии нейронами. Профилактика болезни
Альцгеймера мозг получает больше кислорода. При начальной стадии цирроза идет очень быстрое восстановление клеток печени. Профилактика заболевания гриппом, иммунодефицитное состояние, инфекционные заболевания в качестве поддерживающего средства. Иммуномодулятор повышает работоспособность, в том числе у спортсменов. 27 лет применения и клинических исследований. Разработчик, профессор, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Белоруссии В.Н. Сукалинский. Вот это я хотела вам прочитать. Но опять, знаете, я не врач, но я использую новамин. Вот, используя его, я избавилась от некоторых заболеваний, о которых я, в общем-то, так немножко подозревала, но они благополучно ушли. Что касается вас, конечно, вы хотите мне сейчас задать вопрос, а как, а поскольку, а что мне делать, потому что я знаю, что очень многие люди ищут средства, с помощью которых они могут справиться не только с вирусами, с простудами, но и с какими-то другими вот из перечисленных заболеваниями. Где спросить? Спросить можно, задать вопрос на сайте компании. На сайте работает горячая линия. Вы знаете, я сама этой горячей линией пользуюсь. И если мне нужно уточнить программу, по которой я хочу пройти какое-то вот оздоровление, хочу спросить о каком-то продукте, как он работает и поскольку его, и можно ли его там при каком-то заболевании пить. А я частенько этим пользуюсь. На сайте есть и горячая линия, и есть рубрика «Задайте свой вопрос». Вот. Что для этого нужно сделать, чтобы и на горячую линию позвонить, и задать свои вопросы на сайте? Для этого нужно оформить регистрацию привилегированного клиента. Вы знаете, на сайте еще есть такая замечательная рубрика, как вебинары. Что такое вебинары? Это лекции, на которых разные специалисты рассказывают о нашем здоровье, как решить те или иные проблемы. Ну, там много различных лекций и по питанию, и для спортсменов, и по красоте, и, опять же, как с какими проблемами справиться. Мало того, в этих вебинарах можно участвовать и задавать свои вопросы. Вот. То есть уточнить программу, которую вы хотите пропить. Вот. Но для этого нужно оформить регистрацию. Так, теперь про то, как оформить регистрацию, как сделать заказ, потому что я знаю, что многие из вас уже хотят заказать. Ну, действительно стоящий продукт, реально стоящий. Значит, здесь, под этим видео, вы найдете ссылку на регистрацию. Это первое. Второе. Найдете ссылку на чек-лист. Чек-лист, это перечень продуктов из интернет-магазина. Там же можно оформить заказ и есть доставка. Так, следующее. У меня есть мои помощники, боты. Бот Фёдор, это который вам поможет оформить регистрацию и даст инструкции, как пользоваться сайтом, как попасть на вебинар, как сделать заказ. И есть еще помощница, бот Ольга, которая очень подробно расскажет о компании. Больше чем уверена, что многие скажут, а мне бы хотелось о компании узнать, что это за компания, что она производит, и как она работает, и то, и сё. В общем, есть масса вопросов. Вот бот Ольга, она вам очень подробно расскажет, ответит на ваши вопросы.
И еще здесь внизу под этим видео есть номер моего WhatsApp, и вы можете задать мне вопросы. И даже мы сможем, вы можете мне написать WhatsApp, мы можем с вами пообщаться, если это будет необходимо. Ну, вроде бы я вам рассказала все. Вроде бы я вам все рассказала. Так что сюда внизу под этим видео смотрите ссылочки, откройте их, познакомьтесь с ними, оформляйте регистрацию, пишите мне в WhatsApp. Вот, ну и я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, до новых видео!